Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Суворовская. Погода плохая, дождик. Я тут неподалеку от магазина нахожусь. Остановился я вам, потому что я там увидел игрушку. Гремит. Давай подберем и немного подзаработаем. Ну, о, 5000. У меня сейчас на счету мало денег. Все потому, что я купил новую машину, новый самосвал. Кразик. С нуля прямо вообще. С нуля. Еду на базу сейчас. Нужно будет зелок еще взять. Доедем до карьера. Загрузимся песком. Нужно производство кирпичей-то запустить. Надеюсь, к тому моменту дождик закончится. Хотел еще соломой заняться. И надо, кстати, поставить элеватор. Как раз вот то, что я сейчас на продаже игрушки заработал, пойдет на элеватор, на покупку элеватора. Так, зелок поедет со мной. Пускай тоже работает. Все, отлично. Поехали. По поводу вот этого гаража. Его нельзя продать, нельзя удалить, к сожалению, поэтому тут, кстати, на этой базе можно всего 3 здания убрать. Ну, половину, можно сказать, половину убирается, половину нет. Кстати, тут на остановке нет игрушек, вроде нету. Стой, хорош. Глуши пока. Так, дотянусь я до туда вот. Ну да, по идее, да. Погоди, стой. Не дотягиваюсь. Надо переехать.
Так, поехали. Еду другой дорогой. Такой, можно сказать, лесной. Зелок, конечно, сейчас отстанет. По идее, должен приехать как раз к этому, к производству кирпичей. Там где-то наверху старая церковь стоит. А, не, зелок не отстает. Я думал, он отстанет. Нормально. Держится. Зато тут этой дорогой едешь, никому не мешаешь. Да все, уже приехали, вон производство кирпича уже. Разгружаемся. Отлично. Давай в стороночку. Все. Кирпич производится, отлично. Так, пока на базе производство запустил, самое главное. Сейчас я хочу на тракторе съездить на Кировце. Кое-что в аренду взять в магазине. Оборудование. Поехали. Все, спасибо. Взял в аренду технику. Так, наверное, через эти ворота проеду сейчас. Посмотрю, у них тут игрушек больше нету, мало ли. А вон, кстати, я вижу. Надо отбить аренду техники. Я вижу уже. Смотри. Трактор стоит. Забираем. Потому что не я-то, кто-то другой заберет. Заработает эти деньги.
Поехали на поле. Может, дождь прекратится. Так, ну что, отлично, солнышко. Хоть земля немножко подсохнет, потому что сейчас будет, наверное, месиво тут на поле. Да, трактор проваливается. Смотри. Трактор провалился и сразу грязный. То есть на этой карте это реализовано, тут грязь. Если в дождь будешь работать, тут вообще жизнь будет. Оно и часто проваливается. Видишь, трактор провалился как. Поехали. Просто смотри, проваливается. Хорошо, что Кировец взял, потому что если взять другой трактор, вот тот, который белорус, он там будет проваливаться, то вообще, мне кажется, ему тяжело будет. Даже с какой-нибудь мелкой этой, более мелкой этой штукой, он все равно будет тяжело идти. А этот помощнее, дури побольше, прет. Потом буду делать тюки. Буду тюками складывать, складировать. Смотри, видишь, блин, проваливается трактор. Казалось бы, только урожай собрал, и уже смотри, сорняка сколько вылезло. Весной его тут будет по пояс, наверное, уже вырастет. Еще одна игрушка, коняшка, возле моей базы, прям смотри, еще халявных деньжат, тут нигде нету больше.
Все, там я волки собрал. Эту штуку сдал обратно. Мне она сейчас не нужна уже. Трактор вот такой вот грязный. Так, не надо, знаешь что? Я думаю, взять эту штуку. Кировец надо оттащить в бокс сюда. И, конечно, получится зацепить его. А то, может, и не получится. И надо будет еще съездить это в карьер и поставить элеватор. Так. А я даже сейчас отцеплю и другим концом попробую вообще подцепить, будет он цепляться, не будет. Потому что и пробовать-то не стоит. Так, пока отцеплю. Ну-ка. Вот здесь вот он зацепится как-нибудь. Не, не зацепится. Да, стой, хорош. Вот как бы за крюк тут. Не, даже, блин. Да ё-моё. Блин, а так я его не выдерну, не разверну. Хорошо, а если я его разверну? Может, так как-нибудь зацепится. Интересно, это любопытно. Ладно. Попробуем. Что из этого выйдет, я пока не знаю. Может, не подцепить сейчас, потому что как бы несоответствие идет крюка. Да, видишь, он не цепляет. Не получится зацепить. Только нужно соединить две задних части как-то. А, не, либо две передних, может быть, зацепится. Нет, эта штука, она за заднюю часть цепляется, получается. Потихонечку я его пытаюсь развернуть хотя бы, чтобы за заднюю часть зацепить. Слушай, ну зацепил. Вот за две задние зацепил. Теперь вопрос, как его отсюда вырулить, вытащить. По диагонали, ну-ка. Давай, давай. Отлично. Вытащил. Потому что он не рабочий.
Надо его только выдергивать. Так, отлично. Пускай пока стоит. Пошли поставим элеватор. Вот в этом месте я поставлю. К сожалению, вот это убрать нельзя. Строение. Давайте начнем. Так, ну все, он дешевый довольно-таки, 5000 всего. Поехали, сейчас хотя бы кразик возьму, заодно подъеду, проверим. И съездим на карьер. Это пока можно закрыть хотя бы одни. Да, все работает. Все отлично. Еще песочку привезем. Так, достает, достает. Поехали.
новую технику в гараж, чтобы с нее ничего не сняли. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.